В связи с реконструкцией Кохомского шоссе с 11 сентября в схеме движения произошло еще одно изменение. Теперь автомобилисты, которые двигаются по улице Любимого от областной больницы, могут повернуть только направо, в сторону Суховки. Движение в направлении улицы Куконковых временно запрещено. Тем самым планируют увеличить пропускную способность перекрестка. Водителям следует заранее продумывать маршрут движения.